И номер 7. Рёка из Екатеринбурга с персонажем Джитси по мотивам игры Рагнарок. Все любят ее танцы, даже ее враги. Очаровательное движение цыганки, ее чарующими жестами, ее сверкающими глазами. Влюбленные, потерявшие себя, они умирают счастливыми. Сегодня она ищет своего министреля, чтобы вернуть ему то, что он оставил ей. И кажется, она его нашла.